С эхом, да? Ничего? Хорошо. Я сегодня думала, о чем сказать, и подумала поговорить, ну, быстренько, пару слов, буквально о семьях, потому что дьявол, он бьет чаще всего именно вот по этой сфере, очень часто. И это его цель, какие-то мысли вложить неправильные, какую-то ложь посеять в отношении супругов. И я хочу, чтобы мы с вами вместе сегодня помолились за семьи, если вы не против, за существующие семьи, за будущие семьи тоже, потому что это очень важно. Господь нас сочетал, и Он дал нам миссию как семье, как единому целому. И мы имеем эту силу от Господа двигаться вместе, несмотря на то, что происходит какие-то ситуации. Потому что часто бывает, что что-то происходит именно в семье. Вот. И я сейчас читаю классный план чтения как раз на тему семьи. И мне понравилось, как он вначале сказал. Говорит, я размышлял, я общался с Богом, и Бог мне дал такое откровение, что моя жена, она не просто моя жена, а она дочь Бога. То есть я женат на дочери Бога. И говорит, когда я об этом начал думать, я стал по-другому относиться к своей жене, потому что, говорит, когда у меня появились дети, я понял, это особенно хорошо, что если кто-то обидит моих детей, то я как отец к этому человеку начну относиться по-другому. И я все время вспоминаю об этом, что моя жена, она дочь Бога. Вот, она не просто моя жена. И говорит, когда вы будете об этом думать, да-да-да-да, я сейчас об этом скажу, да, что моя жена – дочь Бога, и мой муж – это тоже сын Бога. Вот, и когда вы будете на своих супругов смотреть с этой позиции, ну, что-то поменяется, возможно. Вот, поэтому давайте подумаем об этом, и давайте вместе помолимся за наши семьи и благословим. Вот, поэтому давайте встанем. Славим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты созидаешь семьи, Господь. Ты созидаешь семьи, Ты соединяешь два сердца, Господь. И мы не просто муж и жена, но мы нитка втрое скрученная, потому что Ты тоже с нами, в нашем союзе. И я запрещаю именем Иисуса Христа всякой лжи, которую сеет дьявол во имя Иисуса Христа. Я запрещаю всяким проказам и коварству дьявола в наших семьях во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждую болгарскую семью. Я благословляю каждую будущую семью, которая будет создана во имя Иисуса Христа, Господь. Мы верим, что все под Твоим покровом, что все в Твоей власти, что Ты действуешь в нас, и что Ты создал нас, чтобы мы отлепились от отца и матери и стали одной плотью. И у нашей одной плоти есть конкретный план, конкретное предназначение, как у семьи. Господь, пусть еще больше семей понимают, в чем их предназначение, в чем их совместные действия, как они должны двигаться в Господе. Во имя Иисуса Христа, Господь, открывай каждому их предназначение. Дай, Господь, нам силы проходить все пути и не обращать внимания на дьявола и на то, что он говорит нам. И обращать внимание только на Слово Твое, только на ту истину, которую Ты дал нам, Господь. Потому что все, что невидимое, видимое, оно временно, а все, что невидимое, оно вечное. Помоги нам, Господь, держать фокус только на невидимом, Господь, и всегда пребывать в Твоем присутствии. Славим Тебя, наш великий Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим Господа.